арабская. Так вот, едем. О, ложбинки, вода выше дороги. Обе стороны. Пропускает, то говорили раньше, дольше проезжают. Тут вроде все в порядке. Сотрудники работают, МЧС, ДПС. Все волонтеры. Молодцы, ребята. Это дорога у Макарова. Она вот, видите, залита водой. Здесь не проехать. Некоторые поселки там в той части отрезаны от берега. Так что туда едут только на лодках. Второе мая 2024 года. Деревня Терешевбор. Дамба, получается, уже начала работать. Воду держит. Обошел все дамбы. Пока все хорошо, все спокойно. Дамба держит. Вчера провели работы. Часов до 9, наверное, работали. Вечера. И, в общем, пока результаты дают свои плоды, так скажем. Деревню пока держим. Вот, как можете заметить, деревня Телешевбор. Отстаиваем своими силами, без какой-либо помощи, только силами своей деревни. Ну, изначально администрация выделила технику, они земляной вал сделали. Впоследствии мы своими силами деревней пленкой застелили, мешки с песком укрепляли, и теперь по мере того, как вода поднимается, тракторами напехивали, деревенские мужики делали пошире, ну и руками там помогали, распехивали, чтобы давление сдержать, чтобы он не обвалился, земляной вал. В общем, водичка у нас вот так. Ну, дома пока не подтоплены, слава богу. Вот единственное, вагончик подтопило, и там где-то подходит к каким-то хозяйственным постройкам. Огород подтопило, но пока дома отстаиваем. Надеюсь, что отстоим. Уровень воды поднялся, дамба была невысокая. Получается, что стало уже поддавливать, пошла трещина. Нам пришлось наваживать грунт, толщину наращивать, чтобы держало. Потому что уже уровень гораздо выше. И вот уровень воды, сейчас темно, но не видно. Вот уровень, ну видно вот так, по-любому видно. Справа вода, как озеро уже. И вот здесь оно уже. Все здесь вот усиливаем. Где-то уже течь дает, маленько подмыкает. Вот такое у нас большое, ну не море, но озеро огромное.